По монолиту сколько процентов сделали? 95%. 95%, да? График возведения школы в Солнечном выдерживается. Выездной штаб по строительству с участием подрядных и ресурсных организаций провел глава района Алексей Валов. На важном социальном объекте, сдачу которого ожидает не одна тысяча горожан, задействовано 73 человека. На днях их станет еще больше. Рабочие приступят к отделке помещений. Сегодня находится 73 человека. Коллеги планируют до конца месяца увеличить минимум до 100. Вышли фасадчики, работают оконщики, каменщики работают. И небольшой остался маленький участок по монолиту. У школы будет вентилируемый фасад, ведется остекление первого этажа, скоро появится освещение в классах. Пищеблок подготовлен к отделке, ее начнут после запуска индивидуального теплового пункта. По словам строителей, это произойдет на следующей неделе. Готов дизайн-проект интерьеров, фойе и залов. Его сейчас согласуют. Сроки строительства контролируются на каждом этапе работ. Будем делать все возможное, чтобы сократить сроки проведения работ, без ущерба для качества, конечно. Самое интересное то, что проект такой необычный, он типовой, но необычный. Достаточно много таких новаций применено. Сейчас же очень много говорится о том, чтобы развивать в детях чувство творчества. И вот там как бы будет установлено оборудование, которое будет прививать им чувство творчества, технического творчества. Строительство школы в Щелково ведется хорошими темпами, отметил глава района. На следующей неделе, как обещали строители, должны запустить индивидуальный тепловой пункт. Тогда отделка начнется в полную силу. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».